И второй заказ у меня. Стороночку убираем. Второй заказ у меня. Те, кто не знает, те, у кого есть машина, есть радиоприемники. То есть магнитофон. Чтобы снять этот магнитофон, у меня машина Audi, нужны такие ключи. Вы просто берете с четырех сторон четыре ключа и в самом двухдюймовом магнитоле есть отсеки. Надо вот этот поставить ключ и магнитофон. Как вы знаете, я в прошлый раз починил этот датчик. Недавно вот я менял стартер. Ребята ремонтировали. Сняли аккумулятор. Вот когда у Audi снимаете аккумулятор, радио блокируется. Что-то он не хочет показываться. Да, радио блокируется и просит такой-то пин-код. Если вы, допустим, не знаете пин-код, ну, советуете ее в включенном состоянии где-то оставить 1 час. И либо в работающем состоянии ехать, чтобы потом у вас будет возможность ввести пин-код. А что делать, когда вы не знаете, какой пин-код? Ну, я обращался к сервису, они сказали, ну, в некоторых моделях пин-код будет написан именно на задней части магнитолы. А чтобы ее достать, говорят, мы можем, говорят, мы вам достанем, но это будет стоить, говорят, 800 сом. А если, говорю, пин-код там не будет написан, ну, все равно, говорю, за снятие, то, что я поставил, все равно вы оплатите, говорят, 800 сом. Ну, мне посетила мысль, почему я должен просто так 800 сом платить. Потом решил посмотреть Алиэкспресс и YouTube. Оказывается, он вытаскивается с помощью вот этих ключей. Что мы делаем? Отключаем магнитофон. Одной рукой. Конечно, неудобно будет. Но я постараюсь снять. Либо там будет пин-код написан в задней части. И мне повезет, либо придется магнитофон полностью менять. А чтобы менять, все равно надо же вытащить. Ну, как показали, надо ключи. Вот это ключ. Поставить надо сюда. Сюда. До щелчка. Ну, этот ключ мне обошелся 100 сом, если что. Если у кого машина Audi, можете обращаться ко мне. Как я вроде поставил ключи и должен вытащиться, да, по идее. Так, вроде шевелится. Сейчас попробую снять и потом, если получится, покажу. Вот я вытащил магнитолу и вроде бы где-то говорили, что должно быть пин-код написан, но я пока не вижу. Оказывается, он чинился, магнитофон. Написано у Рената. Производится ремонт и раскадровка автомагнитол. Город Бишкек, проспект Мира, 24. Телеотель Марат. Еще тут написали. Я думал, вот это пин-код, оказывается, это номер сотового телефона. 1500 долг написали. Ну, где же, может быть, или они стерли? Где-то вот тут, говорят, должно быть написано пин-код. Пока что я не вижу. А в принципе,
работу ключа вот такой, оказывается. Видели, да? Вот. Он вот в таком состоянии стоит, когда ключ вставляется. И вот здесь, который держит, отходит. Ну, будем искать, если не получится, придется ее выкинуть. Поставить современные мейнтулы. Да, если не найду пин-код, тогда так и сделаю. Нигде что-то не написано, пароль, пин-код. Но он 4 цифр состоит. Тут что-то написано, не могу прочесть. 102, что-то. Я одну цифру не могу прочесть. Может, этот. Проверим. Ввести этот пароль. Попробую как-то прочесть вот эту цифру. Если получится, он разблокируется. Если нет, тогда придется двухтиновый мейнтул искать. И подключить сюда вроде бы по разъемам. Смотрю, вроде бы не так-то сложно, я думаю, подключить.